представься, пожалуйста, зрителям Team Empire. Привет, меня зовут Игорь, мне 23 года, я из прекрасного города Казань. Вот, мой ник, собственно, Маден. Я от фамилии, правильно? Ну, типа того. Да просто у меня брата называли Маден, у меня старший брат есть. Угу. Вот, я такой взял, типа, немножко его. Ты достаточно долго находился на задворках профессиональной сцены, так и было? Ну, я играл на первой позиции какое-то время. Угу. Я, на самом деле, на всех позициях переиграл. Как Ярик? Да, собственно. Вот, и недавно эффект предложили на пятерке попробовать. Угу. Я, собственно, и согласился, и вроде как бы начало получаться, и я начал развивать себя в этой роли. Насколько полупрофессиональные команды, в которых, я так понимаю, ты играл, играл же, да, полупрофессионально? Да, да, конечно. Помогали в твоем развитии как игрока? Что они тебе дали? Вот эти бойцовские ямы, наверное, да, их можно так назвать? Скорее всего, опыт, то, что, ну, не всем людям можно доверять, на самом деле, это в первую очередь. Вот, и полагаться надо только на себя. Угу. Да, и было и много хорошего, было много плохого, так сложно сказать. Это больше на тебя влияло как на твой именно механический уровень игры или именно как командный? Ну, скорее всего, как командный. Типа, потому что механический уровень игры у меня вроде как всегда был хороший, кнопки я всегда взял хорошо, а вот типа себя в команде найти я долгое время не мог. А тебя кто-нибудь учил играть? Или ты просто сам сел и сам начал? Ну нет, мне брат показал доту. А брат тоже играет? Давно играл. Сейчас не играет тоже. Совсем взрослый стал. Самое странное название команды, в которой ты играл? Сибирские валенки, наверное. Их там кто-нибудь был еще из ныне известных игроков? У нас было два состава. Это вообще это была организация. Организация? Да. Сибирские валенки. Да, и там даже платили зарплату. И это было даже нормально для того времени. Одним составом был состав с Фервианом. Так. Там был Фервиан, Пикачу, так. Квиста, так. И Экнард вроде, и еще кто-то. Так, это уже вот. Скандальские ребята. А я играл, блин, я уже не помню там всех ребят, Акела, еще, ну такие типа. Вот. И мы постоянно соревновались типа между двумя составами. Угу. Особо, что-то какие-то результаты были, где-то что-то даже выиграли, какие-то мелкие онлайн-турниры. Вот. Но потом это все равно ни к чему не привело, и, собственно, состав распустили, и мы разбежались. Кибербитва, сотовый оператор. Понятно. Один из первых спонсорских турниров вообще был подобного формата, где вот эта кибербитва, там, туда-сюда. У тебя были наставники, да? Да, Вилат и Никита Логвинов, который 11 из 10 ведет там передачу. Так, и насколько они тебе помогли вообще? И вообще в чем смысл был? Мы сначала выигрывали вот эти все квалификации, mm-hmm. мы в итоге попали к ним. У нас состав был я, Фервиан, Урбанишка, mm-hmm. Орбит и Норд. Урбанишка это? Урбанишка, это, да, нынешний мидер Нави. Мы туда приехали. Мы приехали туда за несколько дней. Вот как раз тогда мы первый раз нашли организацию «Эффект», которая вот нас собрала. Мы его выиграли, этот турнир сотового оператора. И было достаточно круто, на самом деле. Организовано все круто. Там были и приглашенные гости, там и НС был, и Дред был. Там, собственно, было забавно достаточно. Твой первый по-настоящему крупный турнир был ESL Катовиц, правильно? Да. Это вот совсем недавно, да, по сути? Где-то с эффектами гонял. Да, ну в этом году это было. Да, да. Какие твои были вообще ощущения, что ты на мажор попал? Это же мажор был, да? Да. Да, точно мажор. Уже забыл. Ну, взбудораживающий, на самом деле. Ну, наконец-то, ну я только пересел на пятую роль, а наконец смог попасть на мажор. То есть ты, получается, не тащил? Совпадение? Не знаю. Посмотрим. Было очень круто. Ну, хотелось показать себя наилучшим образом, но немножко не повезло, может, вначале. Где-то не доиграли, mm-hmm. где-то недостаточно подготовились. Так что достаточно долго на этом турнире поиграть не получилось. А так все было круто организовано. А ты, по-моему, потом поехал еще и в Китай. Да. Верно? Это тоже был какой-то мажор? Или... Дак. Дак. То есть ты попал, ты на два мажора с эффектами скатался? Да. То есть у вас хорошая команда была так? Да, вообще отлично. А что случилось-то? Ну, я, конечно, могу рассказать. Мы на самом деле. Моя команда, я говорю про команду, не про организацию. Команда Нет. была сильная. Чего вы разбежались-то? На мажоры ездили, ребята. Да, да. И чего? Мы могли на самом деле и на три мажора отобраться. И, типа наготовиться, на ПГЛ Бухарест и на ДАК. Вот. И мы выиграли на ПГЛ, готовиться там Вегу 3-0 в финале.
И на ПГЛ Бухарест мы думали, ну сейчас также их выиграем, собственно. И там началось. Да. Игры были очень веселые. И мы в итоге проиграли 3-2. Ну, это был кошмар, конечно. Ну, ладно, не особо расстроились, потому что все-таки на один мажор-то мы отобрались. Так что, ладно, пусть Вега тоже съездит. Ну, шутили уж. Они хорошо отыгрались. То есть, как игрок, ты скатался, получается, в Польшу и в Китай? Да. Тебе где больше понравилось? В Китае. В Китае? Да. Там было все организовано более на высоком уровне. Сейчас подожди, бесцеремонный человек пройдет? Он так 2 года радуется поражением на квалы. Если отбросить статусы турниров, географически, где бы хотел побывать? На каком турнире? В какой стране? Географически? Да. Я бы хотел где-нибудь в Швеции, на самом деле. В Швецию. А все, и Швеция, ничего больше. Ну, там какие-нибудь европейские северные страны. То есть тебя больше тянет туда, вот в Европу? Да, да, да. Ты проевропейский парень. Я не особо люблю... Азию? Да. Не, в Азии тебе понравилось, ты говоришь, в Китае. Не, ну в Китае мне понравилась сама организация турнира, я говорю. Вот, там было все организовано. Ну, DAX хороший турнир, да. Как раз-таки следующий International будет в Шанхае. Да. Ты не очень расстроился, узнав, что он будет в Шанхае? Ну, как сказать, на самом деле, чуть-чуть. У меня очень хороший друг живет просто сейчас как раз в Сан-Франциско, ну, недалеко от места, где обычно проводят International. Вот мы договорились как-нибудь там встретиться. Но, видимо, не судьба. Вы сейчас воссоединились с Зауром Куманом. Вы с ним уже играли в эффектах. Там какая-то была у вас непонятная ситуация. То ли вы должны были с ним ехать на LAN, а в итоге вы поехали без него. Я не буду сейчас про это спрашивать. Это, видимо, какая-то кухня там внутренняя. Ну, там на один LAN мы с ним уже съездили. На Катовице. И, видимо, что-то там произошло. Ну, типа раз того. И потом на следующий не поехали. Да. Ладно, неважно. Тем не менее, вы с ним воссоединились. Ну, как игрок и как человек он меня всегда устраивал, на самом деле. Типа, не я был инициатором, чтобы наши пути с ним разошлись, скажем так. То есть ты, в принципе, в целом рад, что ты снова с ним играешь? Ну, веришь, да. Веришь в Тащера? Конечно. Вы видели, как он разваливает? Ты когда ты уже играл с тренерами? У тебя был тренер Арзик буквально совсем недавно, ну, как относительно недавно. А до этого тренеров у тебя, наверное, и не было, да? А, нет, был. Кто? Дмитрий Light of Heaven, конечно же. Light of... А, он... У первого состава эффект. Он же с нами на кибербитве, он марафон был. А, и чего? Как тебе? Нормально. Хорошо все? Да. А то хорошо пообщались. Что Лост уже не тот, что он ничего не понимает. Да там. Нет. На самом деле, ну, он... Понятно, что какие-то вещи, типа, он... По меркам своего времени говорил. Но и есть вещи, которые мы не понимали, а он понимал. И если это все что-то не нужно отделить и что-то нужное принять, из этого, наоборот, все хорошее получится. Вот смотри, ты пришел в команду, и ты уже был, как ты говоришь, трижды кикнут. Правильно? Ну, дважды кикнут, и один раз вы дисбандились. Верно? Да. Вот. А до этого, ну, до этого я не спрашиваю. По сути, эффект была твоя первая арга, где ты бы уже играл. Ну, в рамках СНГ на тир-1 уровне. Именно в рамках СНГ. Хотя, может, и нет. Может, и на мировой. Нет? Нет. То есть ты уже испытывал это ощущение, когда вот дисбанды, кики, и не только тебя, но и вот Кумана, там ты говорил, да, там был момент. Ну да, да. Как ты вообще относишься ко всем этим кикам, решафлам, таким частым? Вот Империя от этого очень сильно страдает. Наверное, больше, чем Империя, никто не решафлит. Ну... В последнее время, да, у Империи, конечно, были нестабильные времена, скажем так. Вон стабильное время сидит наше. Да, Ярик? Стабильное сложилось. Да. Вот. Ну, иногда составу определенно нужны изменения. Если он не может сыграться, это же как должно на самом деле повести, даже на самом деле, если вот все игроки соберутся и будут подходить друг к другу. Понятно, что это и тяжкий труд, то, что вы друг к другу должны притереться, то, что даже должны на всякие компромиссы идти между друг другом. Но не все готовы на это смириться, не все игроки, и поэтому бывает так, что приходится все равно делать изменения. А новоиспеченный тренер, я, кстати, спрашивал про тренеров, но почему-то как-то я не добил. У тебя был Арзик, сейчас у тебя Жот. Да. Это кардинально, поскольку я был свидетелем работы обоих в Империи, это кардинально вообще отличающиеся друг от друга люди, ну, абсолютно, да, и подходы у них супер разные. Ты считаешь, вот твое мнение, какой должен быть у тренера подход?
как игрок, вот ты что от тренера ждешь, как ты? У тебя позиция пятерка, я так понимаю. Ты... Ну да, да. Вот как? Понятно, что там коры, они немножко по-своему на все смотрят. Тренер. Ну, на самом деле, типа, как мне кажется, тренер должен, ну, выполнять несколько обязанностей, скажем так. Он же не должен просто, ну, он не должен просто драфтить там, например, просто, типа, анализировать пики. Это аналитики уже, на самом деле. Он должен быть тоже частью команды, как шестым игроком. Он должен тоже, как бы, влиться в эту небольшую семью, типа, как механизм, типа, все вместе должно работать, и тогда, я думаю, все будет хорошо. Там нет такого, чтобы он, типа, вот я отвечаю за это, а на остальное мне по барабану, типа того. Егор говорил в свое время, что, ну, это было про прошлый сезон, когда было много-много турниров, что нужно полгода нифига не делать, ну, условно, а полгода бахать, иначе весь год не выдержишь и к интернешнл подойдешь, как мочалка выжатая. Ты как считаешь, вот у тебя как игрока цель, прям весь год пахать, везде побеждать? Или какая-то стратегическая есть нотка у тебя? Ну, что-то в этом есть. Но это работает для тех команд, которые уже продолжительное время играют вместе. Угу. Так как мы собрались недавно, буквально, так что мы должны как максимально быстрее себя показать. Так что и будем стараться, конечно же, отбираться на все турниры, которые будут. Не буду тебя больше мучить, у нас только один момент. Мы так много всего проигрываем, так много решафлим, люди уже ненавидят этого парня. Так почему он сидит, а люди меняются? Сколько можно непошку обузить? Что за кумовство? И так далее, и тому подобное. Люди уже привыкли к поражениям, к сожалению, большому нашему. Ты кровь свежая, молодая, еще не обстрелянная, так сказать. Что ты можешь сказать людям? Необстрелянная матерня болельщиками Empire. Что ты можешь сказать людям, которые так устали от поражений, так долго ждут побед? Ну, и теперь надеются на тебя. Ну, ребят, конечно же, мы будем стараться. Я сейчас, ну, как Мипошка начал говорить. Он так говорит уже 2 года, толку будет. Да. Даже если мы лузаем, мы всегда рады критики. Сейчас, подожди. Сейчас, парни, я тут все разрулю, и мы начнем разваливать. Сейчас Мипоха немного привыкнет к харде, и мы, собственно, начнем разваливать. Ну и замечательно. Есть кому привет передать? Не, ну, конечно, передаю привет родным, своей девушке. Так. Что... О, кстати, девушке. Раз уж ты заговорил о девушках. Нет, не о твоей девушке. Понятно, что мы не будем сейчас поднимать имена, явки, пароли. Многие считают, есть такое поверье у игроков, которые даже были в этом, ну, в этой команде, что девушки — это минус карьера. А ты как считаешь? Да, на самом деле это зависит от человека и от девушки, на самом деле, самой. Так. Какое у нее отношение к этой игре? Какого у человека отношение к игре и к девушке? Умеет ли он расставлять правильные приоритеты? И понимает ли девушка, типа, выбор? Тот же пример Паша. Мне кажется, он что-то не особо приседает пока. Привет и передал маме девушке, папе девушке, всем передал. Да, всем друзьям и нашим спонсорам, конечно. Большое спасибо, что поддерживаете нас. ЕГБ, Seagate и Omen. Я их запомнил.